Всем привет, меня зовут Мария. Значит, я сегодня хочу сделать обзорчик. Я заказала цветочки у двух девочек. Девочек нашла в... Боже мой, как называется группа-то? Мой злодей шумит. Барахолка, по-моему, Скрабукин барахолка, или как-то так называется. Там девчонки выставляли по наличию. Потому что под заказ это, наверное, долго. И, короче, не знаю, не стала я под заказ это делать. Вот, значит, у двух девочек взяла цветочки. И мой заказ в Magic Hands. Вот. Значит, давайте с цветочков начнем. Цветочки эти, значит... Короче, ссылки оставлю. Имена, естественно, я забыла, девчонок. Вот это подарочек. Из Фламирана. Вот. Из Фламирана. Три таких... Так, значит, это вот эти, а это из тутовой бумаги. Посмотрите, посмотрите, какая красота. Так выглядят сзади, очень красивенькие, аккуратненькие, с блестящими серединками. Так. Я заказала несколько наборчиков. Значит, вот такие. Это побольше наборчик. Мне наоборот как раз хотелось, чтобы они были поменьше. Ну, размером. Вот большие. И вот такие темные, вишневые. Вот. Так. Это... И у другой девочки тоже там же. Заказала три наборчика вот таких из ткани. Она их потонировала белой краской. Все как раз цветочки маленькие, потому что я их планирую использовать внутри альбома. Вот такой оттенок. И вот такой. Очень прикольные, аккуратненькие. Открыть, что ли? Они это делают. Это ж терпение сколько надо. Саша, ну-ка тихо. Вот.
И вот столько малюточки. Вообще отлично. Единственное, мне бы по цветам, конечно, подошли. То взять-то я взяла, что понравилось. Подойдут ли цвета, не знаю. Ну, ничего, думаю, куда-нибудь. Саша! Спокойно. Все, тихо. Вот такие. Это, наверное, к ним листики или, может быть, подарок. Вот это точно подарочек. Вот такие. Значит, по 1500 где-то оба заказа. По Синтии, наверное, 1200, а это вот на 1500, по 500 рублей один наборчик. Вот. Это значит так. И заказ Magic Hands. Magic Hands. Саша, нельзя. Так, значит, я изначально в Magic попала, увидела закупка магнитов. Я несколько раз заказывала с Алиэкспресса, но почему-то они не доезжают до меня. Вот. Решила поучаствовать в закупке. Что-то капелек совсем мало. Надо уточнить этот момент. Итак, это был дозаказ. Также у них там продавались вот такие наборы бисера на развес. Сизаль. Мне тоже кажется, что я вишневую заказывала, а не розовую. Так, где тут еще у меня был листок? Бумажные цветочки взяла. Таких коричневых оттенков, потому что у меня, мне кажется, что мало. Саша, не лезь к нему, пожалуйста, Саша. Значит, вот бумажные цветочки. Очень помялись. Ну ладно. Так, где бумажка? Вот она. Бумажка. Микробис, поездки. Магнитов-то тут и нету, да? Просто вот эти были большие наборы. Вот тут прям, ну, чайная ложка. Я не знаю. Это подарок. Вот такие. Взяла еще мох. Мало. Личинки и цветочки. Плоских. Взяла немножко разных цветов, чтобы тоже были. Я же собираюсь делать все из бумаги «Золотая осень». Собираюсь делать этот альбом. Вот. Вот это тоже подарочек.
Вот. Где-то еще розовый должно быть. Здесь золотой микс. Как я их пересыпать буду, не представляю. Я как-то надеялась, что их будет побольше, наверное. Вот такой баночки. Золотые пайетки у меня нет. Ой, пайетки, какой-то микробисер. Магниты. Это. А, вот розовые. Вот розовые. Микс. Так. А это по чайной ложке, я так поняла. Здесь тоже микс. Микс. Вот такие пайеточки. Фиолетовый, голубой. Наверное, желтый. И вот этот цвет. Так. А, три цветочка. Металлических. Красивые. Филигрань, или как называется. Вот эти классные часики. Кто там их сделал? Сальвадор Дали. Очень прикольные. Так. Дальше взяла набор вот этой бумажки. На этом Сималэнде пыталась я. Хотела. И не дошли у меня руки. Взяла набор полный, маленький, золотая осень, потому что у меня только полисна, некоторые листики, а мне хотелось полный набор, чтобы знать, так сказать. К ней вот я набрала вырезалочек осенних. Это, наверное, от Summer Studio. Не подписанные. Так, уже Сезалью показала. И полисна бумага. Значит, вот такие листочки от Артузора. Вот. Сзади вот так. Мне очень понравилось. Нравятся мне у них вот эти фоны. Вот эта красная, из которой я сделала. Вон. Сейчас постараюсь показать. Моя коробка для хранения всего-всего-всего. Так. Этот классный красный. Красные листы. Капец, а что такие замятые-то? Вот где лежали, там и замялись. Вот они. Что у меня совсем не осталось. И несколько парочка вот фиолетовые там лежали рядышком в альбоме. Я вроде как забрала последние. О, Артузор. Техническая полоса сзади. Глядите, как хорошо сделали. Здесь тоже так. Блин, а мне кажется, на моих листах был этот. Я отрезала. Интересненько. Естественно, я не смогла пройти мимо пионов. Это фабрика декора. Сама коллекция, не знаю, мне не нравится такое. А вот пионы повырезать очень даже можно. Здесь тоже осенние вырезалочки. От Summer Studio. Осенние вырезалочки от Craft Paper. А вот они от золотой осени. Я взяла две штучки. Вот такие вырезалочки. Это
Это бумага Altenew. Не знаю, брала или не давали. Вот это точно я заказывала. Довольно у них такая плотная бумага. И у нее как текстурная на ощупь. Вот такие прикольные листики. Естественно, все в красном цвете. Так, вот еще крафт пейпер. Тоже стоили недорого, и я взяла. Вот еще с грибочками. Это от фабрики декору. Ботаническая какая-то коллекция. Вот такие. И розовые пионы. А вот еще листик фиолетовый зачесался тут. Где они у меня тут лежат? Вот сюда. И розовые пиончики. Красивые вырезалочки. Нежные такие прям оттенки. Так, и еще у них там была закупка с какого-то местного склада Памиран. Я ж... А там продаются по 5 листов. По 5 листов. А мне зачем по 5 листов? По 5 листов А3, по-моему, формата. А мне это очень-очень много. Я делаю цветочки. Малюточки, которые вот для такого типа. Вот, у меня тычинки всякие есть. Всякие бумажные цветы и прочие я не буду. А вот с Фоамирана на феном погрел, они сжались и очень даже миленько смотрятся. В общем, полис на Фоамирана там не продавался по одному листу, продавались по 5 в комплекте. Как бы и стоило, может быть, немного, 100 рублей, по-моему, или 60 рублей. Но это их где-то хранить надо. В общем, я попросила. Девочка мне, продавец, предложила, она смогла вот такой набор найти. Говорю, ну давайте, стоило 100 рублей. Но она мне не сказала, что он миллиметровой, двухмиллиметровой, наверное, толщины. Вот с ним я не знаю, что я буду делать. Это очень толстые. Но оттенки разные. Стоило недорого. Попробую, в общем, не знаю, получится ли. Где мой дырокольчик далеко лежит? В общем, надо попробовать. Вот. Наболтала на 18 минут. По магнитам еще я... Не по магнитам, а по вот этим штукам. А, кстати, вот я еще что хотела показать. На распродаже на Алиэкспрессе, там какого-то числа была распродажа, вот заказала вот такие, вот эти же, собственно. Я только потом поняла, что это их я и заказала. Вот эти очень даже хорошая вещь, потому что они разных оттенков. Голубые, зеленые, красные, розовые, фиолетовые. И они красиво блестят и переливаются. Очень везде подойдут. И темные тоже. Фиолетовый, зеленый, золотой, черный перелив. Очень классные. Вот это вот я взяла не зря. А, и еще. Тоже на Алиэкспрессе. Сейчас вам покажу. И вот такие штучки еще я взяла. Это типа камушки, наверное, какие-то как цветные. Да, я подглядела у девчонок. Кто-то, не помню, выставлял. Вот, значит, как-то так. Все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Мама.